cunoașteți puțin pe domnul Lucinski. În sensul bun al cuvântului, este un vulpoi cu experiență în politică și nu numai în politică. Cum de s-a dat el influențat în privința Unibancului? De ce credeți că a procedat în felul ăsta, știind foarte bine că pot urma niște repercursiuni? Знаете, все настолько просто. Просто мы почему-то людям не говорим правду. Господин Шор – обыкновенный аферист. Господину Шору поручили быть лицом определенных схем. Управляли этими схемами совершенно другие люди, в частности Фила. Господин Шор также в разделе банков имеет свою долю. Я имею в виду Унибанк, Банк Ассоциалы, Банк Экономии. Он не владелец 100% акций. Он всего лишь имеет 20% долю за управление процессами. Все остальные доли у других. В частности, вот мы уже знаем, что у Филата и у Лучинского. Но Лучинский туда денег своих не вкладывал. Почему Шор пригласил Лучинского? Шору нужно было респектабельный вид создать новых акционеров. Поэтому он рядом с собой, парнем 25 лет. Ну, у него и деноминатории. Только это. И, в принципе, Лучинский признался в этом. Лучинский сказал, что Шор ему одолжил денег, и он за счет денег Шора одолженных вступил в качестве акционера. А потом, когда была эмиссия денег, увеличился капитал банка, Лучинский мог потерять свою долю, Шор опять ему дал денег, чтобы Лучинский внес. То есть Лучинский за определенный процент и за определенные кредиты, которые уже установлены Кролом, ведь Крол установил, что Лучинский получил несколько миллионов кредитов на себя. Каких? Невозвратных кредитов. То есть это была взятка за то, что он участвует в управлении этим банком. А Шору нужен был Лучинский как имя. Да. Солидный человек рядом, чтобы было респектабельное управление. Солидный человек, что обратите внимание, что Шор пригласил в качестве администраторов, в качестве начальника службы безопасности, заместителей, бывших министров, министра СИСа, министра финансов, министра Попука внутренних дел. То есть он рядом с собою выставил определенные фигуры для того, чтобы... Нет, они в административном совете. Даша. Плюс Лачевский. Для того, чтобы выглядело все солидным. Но самое главное, о чем мы не говорим, я хотел бы акцентировать внимание. Мы все прекрасно понимаем, что в Альянсе за европейскую интеграцию были распределены должности. Да? Кто-то занял премьер-министра должность, кто-то министров. Демократическая партия взяла несколько министерств и, в частности, принимала решающее значение о том, кто будет прокурором или директором Центра борьбы с коррупцией. Да? И Филат, и ЦОПы, фактически, все, что происходит с последние полгода с вот этим давлением, фактически оказывается давление на демократическую партию. Это фактически шантаж, чтобы она уступила. И они надеялись, что оказывая давление, организовывая митинги у различных зданий и офисов, они окажут давление, и руководство демпартии пойдет на сговор с ними и отступит. Но они не ожидали, что демократическая партия пойдет дальше. Начнет возбуждать уголовные дела, арестовывать и начинать открыто бороться с коррупцией. И сейчас только вопрос у меня в чем? Вопрос сейчас в чем? Возьмет ли та же демократическая партия на себя ответственность за формирование правительства и продолжение борьбы с коррупцией? Почему я задаю этот вопрос? Потому что самая крупная партия в парламенте социалисты, 25 мандатов. Почему-то не хотят брать ответственность за формирование правительства. После них коммунистическая партия, которая имеет тоже большое количество, не хочет брать. Безусловно, что либерал-демократическая не возьмет, потому что она уже 4 премьер-министра имела и полностью опустила всю нашу страну и экономику. Поэтому я считаю, что сейчас вопрос в том, кто возьмет ответственность за формирование правительства и кто возьмет ответственность за борьбу с коррупцией.